Накануне Бату Хасиков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Глава Калмыкии рассказал о своем личном жизненном пути и посоветовал слушателям верить в себя и в свое дело. Одним из факторов успеха, по мнению Хасикова, является умение взаимодействовать с другими и видеть проблему. Он отметил, что за год его руководства в Калмыкии удалось выстроить командную работу и организовать открытое общение в правительстве региона. В данном случае я сейчас говорю как представитель органов исполнительной власти. Вот. Ну и, наверное, все-таки как человек, который искренне бьется или трудится во благо того, чтобы жизнь, например, в моем регионе, в Калмыкии, жизнь людей простых была лучше, и регион был более благополучный. И я считаю, что один из ключевых факторов – это умение взаимодействовать, это умение коммуницировать, это умение прозрачно ставить ту или иную проблему. И хочу с гордостью сказать, что несмотря на то, что я у себя в регионе работаю около года, тем не менее мы смогли выстроить вот такую командную работу. Отвечая на вопросы слушателей, руководитель республики рассказал о возможностях и проблемах степного региона. Регион в большинстве своем аграрный и одновременно самый засушливый. Необходимо орошать землю. Поэтому одной из ключевых проблем является обеспечение водой. Руководитель республики отметил, что план действий есть и уже реализуется, но больше всего участников форума интересовало развитие спорта как одного из элементов молодежной политики. Как подчеркнул Хасиков, согласно указу президента страны, перед Россией стоит задача обеспечить, чтобы более 55% граждан России занимались спортом к 2024 году. Спорт, он формирует в молодых людях дух победителя. Не обязательно для этого становиться какими-то великими чемпионами, достаточно просто научиться преодолевать себя. Вот самое лучшее время для того, чтобы вот это формировать, это, естественно, молодой возраст. Нужно это всячески развивать. В моей судьбе большую роль сыграл мой первый тренер Александр Викторович Алымов. Он тоже живет и здравствует. Он большой мастер карате киокушинкай. Вот мне повезло с тренером. Уникальный человек. Это важно все. Тренд продолжается, и надо всячески его поддерживать. Собственным примером. Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. В последние годы представители Калмыкии активнее участвуют в подобных мероприятиях. Среди них есть победители грантовых конкурсов, которые уже реализовали свои проекты в республике. В этом году в рамках форума «Территория смыслов» студентки Калмыцкого госуниверситета Вера Леджиева и Марина Чуйкова выиграли гранты в размере 128 и 570 тысяч рублей. В этой связи глава Калмыкии выразил уверенность, что количество федеральных площадок, где наш регион будет достойно представлен, будет расти и в дальнейшем, что наилучшим образом влияет на формирование имиджа республики и повышение узнаваемости региона.